Губкинский отдел ЗАГС подводит итоги года. С начала 2020-го в городе появились на свет 335 малышей. Это 183 мальчика и 152 девочки. Самые популярные имена – Богдан, Александр, Никита, а также Арина, София и Виктория. Наблюдается увеличение числа детей, родившихся в семье вторыми, третьими и последующими. Также работники ЗАГСа отмечают интерес губкинцев к проведению торжественных церемоний чествования юбиляров супружеской жизни. Супруги, прожившие определенный возраст в семейной жизни, могут обратиться к нам, и в день регистрации заключения их брака мы проводим торжественную церемонию. Для них составляется специальный сценарий, где они рассказывают о своей семье, о своих детях, о своих достижениях. И вот все, что им хочется о себе рассказать, мы составляем сценарий и проводим данную регистрацию, вручаем им символическое свидетельство о заключении брака, поздравляем, медаль символическую. Вот таким вот образом все проходит. Всем нравится, кто обращается, поэтому мы с удовольствием приветствуем такие мероприятия и приглашаем. Торжественные церемонии проводят с соблюдением санитарных норм. Максимальное число присутствующих на таких мероприятиях не должно превышать 10 человек, включая регистраторов и супружескую пару.